поехали. Ампелогов. Ампелогов, Николай. Велосипед надо убрать. По-честному, я тоже... велосипед первый? Вот это, вот это что? Третий. Ну, считай первый. Дальше говори, Галя. Костя второй. Слепцов Алексей. Все, он это не пропускает. Пропускает? Югай Дмитрий. Дима, ну что, первый? У меня ему команда механика подъехала. Да Таня, пусть туда встают. Первый. Третье соревнование. Уже. Первый. Страхов Андрей. Да он вот здесь лежал. Второй. Ничего вы. Брылев Иван. Давай. Время и так уже. Восьмой. Значит, седьмой. Седьмой. А так машину снимает, да? Ну, Максим, давай. Ну-ка. Еще не снимает. Ларисочка, ты где? Четвертый. Короче, обязательно цифру скажешь. Костя. Цифру скажешь. Шестой. Посмотри, какой цифру какая там. Скажи цифру. Так или я не знаю, если есть. Шесть. Шесть. Это все. Сегодня пройдут в этом году? Да. Если в этом году, это получается уже четвертая, шестая гонка. А в общей сложности сколько лет занимаетесь этим видом спорта? Пятый год. Все-таки для вас это спорт или уже такой, скажем так, образ жизни? Это образ жизни, скорее всего, потому что у нас гонки довольно-таки бюджетный вариант, скажем так. Призов больших нет, и здесь люди занимаются только те, кто этим интересуется, кому это интересно. Ну и опять же пропаганда безопасности дорожного движения. И я понимаю, сегодня у нас четвертый этап проходит гонок, в трех вы уже победили. Какие планы на четвертый? Ну, только победа. Потому Удачи. Что да, мне нужна победа. Сегодня у нас будет 6 этапов, и засчитываться будет по 5. Для меня сегодня очень важный этап. То есть победа мне нужна обязательно. Все, спасибо. Что? Номер 16. Страхов Андрей. Бородино. Номер 91. Югай Дмитрий. Березовка. Номер 61. Боева Лариса. Красноярск. Номер 17. Акулов Константин. Красноярск. Номер 59. Новичок гонок. Слепцов Алексей. Назарова. Номер 99. Житик Максим. Красноярск. И у нас еще есть номер 9. Сегодня первый раз решили принять участие в гонках. Что подвигло на это? Ну, не знаю, давно хотел, просто вот решил конкретно заняться этим делом. Машину сами оборудовали или кто помогал? Покупал готовую, каркас был готовый, ну а там доделывались с дядей Колей, помогал. Старший товарищ, с которым сегодня будете конкурировать? Нет, с дядей Колей нельзя конкурировать. Какие планы на гонку? Какое место планируешь занять? Ну, тут даже пока не знаю, первый раз. Хоть покататься для начала. До финиша доедешь? Конечно, доедешь. Стараемся. Удачи.